Второй трай, наконец-то. Ну, я жду. Ой, приехали. Ой, ты моя маленькая. Это гоблины какие-то. Ушастые, ну. Да. Прикольно. И... это вообще не для моих мозгов. Я долго буду подниматься. Нет? Ну так это же мы на сложном, забыл? Здравствуйте! Всем здорово, господа ребятня. Дождались? Второй трай, наконец-то. А кто из нас какой? Ты голубой, я желтый. А ну черного, да, плаща нет здесь? Для тебя. А желтый ко мне подходит. Так, под лицу все к лицу. Смотри, мы можем колдовать, мы можем делать всякие штуки. Все как в первой части. Даже прыгать можно. Блин, а я не смог запрыгнуть. Че рисовать-то как? Я никогда не играл за этого. Пузырь, смотри. Я тоже. А, смотри. А, на бабл просто запрыгнуть. Да блин, я... Бабл есть, да, а джигл где? Так, подожди. Вот, подъехал. Поднимите. А теперь вот так поднимаешь. Молоко вдвойне вкуснее, если это... Амадея. О, смотри. А я... Да сам смотри. А где? Нет, а как вот эту штучку? А, смотри ты. Смотри ты. Я просто не вообще за такого парня не умею играть. Ну строй куб на мой куб и полетели. Куб на куб. А вот это же сверху, смотри, какая-то штучка. Надо порвать. Куб на куб. Да кто, тут, огонек. Смотри, тоже есть. А, вот. Оп. Еще куб. Нарисуй. А, уже не О, надо. Все, пойдет нормально. А может там еще что-то было? А может. А как мы узнаем? А никак. Вон оно, смотри. Да блин, нам... Не, нас, в смысле, волшебника реально зовут? Там Мадео. Да, но чем чаще ты повторяешь, тем ему меньше нравится, что его так зовут. Я не могу допрыгнуть. Да, блин. Давай. Как будто бы есть чувство, что мы что-то пропускаем, нет? Жизнь. Играю. Ой, а куда я делся? Ну просто свет светит, мы как бы прошли обучение за этого петушка. Я думал, меня просто выкинуло специально, чтобы я начал жить. О, мы теперь будем за этого. За Понтия Пилата. Это Фрэнсис. Согласен? Нет. Какой это Фрэнсис? Фрэнсис накачанный, как... с татуировкой. Ну, а это? Это этот, пузырь, который, толстяк. Лопающий, который. Я понял. Что они там Кстати, озвучка русская, тоже приятная довольно-таки. Только что-то надо, наверное, изменить в настройках. Не слышно, что говорят, а музыка орёт. Ну, обязательно сделаем это, когда пройдем обучение. Когда игру пройдем уж. В следующем, да, сделаем обязательно. Мы что, с травой драться будем в этом? А я где? А, все, я потерялся. Так, а у нас у этих рыцарей какие сверхспособности? Никаких? Щит? Я вообще, честно, fucking я щит играл fucking sword. Ого, да, ну скотч, ну, нормально еще... на тыкве. Еще блин, молот локации прикольные был. Тоже сделаны. Ну молот, до молота еще дожить надо, до рывка. Смотри, неподвижные овцы. Так, там надо что-то отрубить. Ага. Так, забирай эту пузырьку. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ой, а там же можно было остаться, ну, в смысле. А что-то было там? Мне кажется. Сменить оружие. А что еще есть? А, молот, вот. О, я же говорю. Фига, так сразу? Щит наверх, короче, падает, камешки сверху. Хорошо, как скажете. Там написано блокируйте, я считаю, бронируйте. Ты неправильно читаешь. А что это здесь происходит? Здесь какой-то босс? А тут, будет? Наверное, опять сейчас смена будет, мы сделали. А, он что-то за это... зацепляет. Все, туда нельзя уже пройти, что ли? Я не понял, это нынче боссы такие? Блин, это, короче, ну, видишь, это уже усложненная какая-то штука. Кстати, сложность и уровень мы выбрали какой? Ну, последний.
последний, ну, который... Из... из возможных последний. Легкий, средний, мы выбрали сложный. Там был только легкий и средний, но мы выбрали сложный. Да, последний. Он так и называется, легкий, средний и последний. Судя по тому, что здесь в настройках было, было время до подсказок от этой игры, то получается она будет чуть как-то более интеллектуально развита, нежели мы. Я даже запомнить не могу за твою женщину, Зою. Она такая сексапильная, кстати. Ой, как... фига, она по канату ходит. О, фига себе. О, так у тебя и есть что-то цеплялочки, да, какие? Так я ее люблю, она моя любимая. А чё, я не понял. А как? А как? Оп, оп. А. Ой, ой. Оп, оп. Эй. Оп, теп, теп. Эй. А там внизу что-то было? Подожди, я же любознательный, я же все делаю. А, тут канат. Я слишком классно играю за нее, чтобы... Безумно можно быть. Внизу да. Что-то есть? О, нифига, я тут насобирал. Приветики. Оп. Смотрим. Оп. А наверху что-то было? Ну, вроде как, это можешь узнать только ты, потому что... Не запрыгивается. Так, окей, окей, си, окей, си. На крышу старой церкви. Я иду к тебе навстречу. Блин, как... Это что, это ты 18 тысяч стрел выпустил? Да. Зачем? Я надеялся, что... Что-то там собрал, да, что-то? Что-то собрал. Оп. Фига там. Наверх надо, да, по-моему? Фига себе, просто... А я не могу запрыгнуть. А, ну, там еще что-то. Не переживай. Это я тебе не оставил. Не переживай меня. Я тебе оставил. Ну я ж говорю, тебе оставил. О, а все? Где? Все. Все. Блин, я не взял бутылек. Ну капец. Ну а что торопись? Опять взялась за бросок. Так, переведите, кстати, что я написал вон в чатике. Угадайте, что это. О, я понял. Я понял. Так, кстати, подожди, ну что ты, вон бутылек. Ты его даже не взял сзади, ну. Да мы... мне так надо так красиво все. Мне так надо. Да я. Да мне так надо. Красиво все. Да мне уже пора. Ты уходишь. Смотри, у нас с тобой здесь. А чё я. Чему женщина толкает? А! Блин, начинается. Да а я же могу. Я могу приколбаситься. А ты где? Секунду. Я какие-то маленькие, технические. Ой-ой-ой. Да ё-моё. Аккуратненько. О, получилось. Ё-моё, это что такое? Да как? Подожди, как допрыгнуть? В целом, конечно, красиво. Музыка... О-о-о. Бьет по глазам адреналин. Подожди, блин, не могу я. А хочешь что? Ну вот тут смотри, и песток. А все. А лепесток, я там был. А, да? Ну надо сверху эту штуку взять. Сейчас я возьму. Вот еще штука какая-то, оп. Эй. А ты же брёвна эти можешь двигать, правильно? Которые? Ну вот наверху которые. Вот эти вот. Вот двигаю сейчас, смотри, оп. Вот видишь, как ты делаешь. Всё-всё-всё-всё-всё здорово. Ох, взял. А внизу ничего нет? А, вот тут ещё бутылёк. Опа. Сейчас я. Тут какие-то, по-моему, враги сейчас появятся, мне по ощущениям. Да, блин. Ты не взял? Нет, я не... Почему стрелы пролетают сквозь? А, я... а как? Ой, надо ой, скинуть. Ой,
Че скинуть? Ты же можешь скинуть, бутылек там. Они плохо видны, эти голубенькие бутыльки. Держи. Вон тебе на голову прям летит. Взял. Молодец. Да блин, твой куб. Еще и на голову сейчас упадет. Да блин, хватит, ты прикалываешься, что ли? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Специально так молчишь. Мальчиш плохиш. Блин, а там так много их, а как? А, тут какая-то штука такая точно. А как? Смотри, мы же как сейчас что-то смотри, тут это. Что-то водичка как-то льется куда-то. Сейчас водичку наберем, наверное, куда-то. Что-то будет. Она надо, чтобы выросли. Вот, водичка, вот видишь, льет. Держи, пожалуйста. Буньк. Но это же не все, надо двигать, надо, чтобы ты еще подвинул. Ну я пытаюсь. Я не пойму. Нет, ты саму ее подвинь. Саму. Оно сама не едет. Бревно само. Не, оно не, не вот едет само. А, вот эту подвинуть, я понял. Лист вот этот. Вот этот, да. А как мне его подвинуть? Не, пониже. А, вот да, да, так, да? Да, 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 да. Капец, смотри, как сложно. Это вообще не для моих мозгов. Да ешь, мана! Тут просто это... дальше еще есть что-то происходит. Ну, хорошо, нам надо просто допрыгнуть я до всего. Я пока вот залью. Я тут пока залью еще. Это долго. Это долго. Ну, я вижу. Я если работаю в команде параллельно, тогда это быстрее. Вон дед что-то говорит. Ну и водиться. Ну твои и водиться. Слова водиться. Так, я дошел до куда-то. Я взял все. Все? Все пилюльки. Не все. Взял, вон, да. Вот еще. Выше. Оп, молодец, взял. Так, а тут внизу? Вон я вижу. Вон я вижу. Как тебя забрать? Так, понтий, понтий размажи. Есть. Аккуратно. О, я даже не заметил. Почему не видно? А, бросай. О, Тима, хороший. А он туда нельзя по лестнице? Смотри, а вот они не дураки. Знаю. Там, смотри, вход есть. Блин, Сачкова. Сачкова? Тут как ничего тебе там? Не нормально? Будет. Тихо, блин, ты вечно свои камешки. Амадера, Амадера, надо понти пилата. Ломай понти, пончик пилатес. Пончик и пилатес, так. Не, блин, мне нравится. Еще никаких способностей нет, мне уже так нравится. Это игра какая-то такая. Ну... Народ какой-то, он, смотри, тролли. Да-да-да. А как? Это гоблины какие-то. Ушастые, ну. В атаку. Короче, драка сейчас будет. Драка. Давай. В атаку, драка. Реально против гоблинов деремся. Я тебя защищу. А что-то долго. Нет? Ну так это же мы на сложном. Забыл? Я аж умер. Да, будь аккуратен тогда. А как мне магом их убивать? А реснул здесь. А, я же реснул, да. Капец, нифига себе, вот это интересненько мы себе задачу. Поставим. Мы за этим здесь. Оп, взял. О, как ты залезаешь. Ты дурачок. О, повышение уровня. У меня уровень повысился. Уровень повысился? Ну, блин. Секунда. Что надо нажимать? Так, я же магический человек. Стоимость, это как это? Левитация монстров. Нифига, тут просто такие многоэтажечки, многоходовочки. Сменить персонажа. Я взял еще одну фолликулу. Я взял еще один ящик, теперь у меня двойной почтовый ящик. Так, там хпшка. Где? Нашел. Я дальше. Тебе надо этот кубик насадить вот здесь на эти, на шипы. Вот этот кубик, скорее всего. Прыгай. Секунду. У тебя проблемы какие-то или что? Ну конечно, у меня всегда проблемы кубические. Вот кубик насадить вот сюда, свой. Да, да, все, да. Тихо, держи. Насажен. Могу еще вот сюда насадить. Я взял. Ай! А вон он, я огромную взял байду. Блин, там кто-то стреляет. Ой, ты спасешь меня. Не! О, пронесло. Блин! Ну ты чё, балдус? Ну я хотел прибить эту штуку. Она, видимо, не убивается. Погоди. Это чё вот это такое? Вот эта магическая какая-то штучка. Иду. Вот это что? Это сохранялка или что это? Я не знаю. А, смотри.
О. Это какие-то штуки, которые берешь, и навыки прокачиваются. А мы там не взяли. Штуки. Мы там не взяли. Это штуки, кстати. Которые штуки, какие-то штуки. Фига тебе, тяжело с камнем на шее. Мне вообще не тяжело. Я просто обиделся. Блин, там сундун. Там дансан, натуральная лапша в круглой чашке. Дансан. Так, что такое? Нормально вообще. Давай ты кубик здесь нарисуешь мне, пожалуйста. Вот где я стою. Можешь подо мной? Фу. Я прыгну, а ты мне кубик нарисуешь. Где ты стоишь? А где ты стоишь? Да, вот видишь. Все, сундук берешь. Да ты берешь сундук. Смотри. Вы нашли картину для коллекции. Смотри, нахер они нужны нам. А вообще зачем это? Нифига, я упал прям вниз самый. Да блин! Гоблин, гоблин, гоблин! А, неким бить. ДД нету. ХПшка. Вам тебе нужней. Как разбить? Надо разбить эти. Ты можешь разбить? Че, тихо. В них в колбы. Они... Ну мы реснем сейчас, да и этого парня. Надо реснуть. Давай вон тогда там шарик, типа, ставим баррикады. Оп! Да блин, все, он реснулся. Не... А, да. Сейчас да, все разбивается. Вот, короче, все. Тема сегодняшнего выпуска — горки. Снежные. Нет, уже понимаете, о чем. Уже не снежные. А какие? Белоснежные. Безбрежные. Философские. Да, да. Даешь, манека, Фатин. Подожди, сейчас я запрыгну. Оп! Есть. А там пузырь. А как? Это надо на шарик запрыгнуть, подожди. Я вообще не знаю, у меня своя игра. Своя есть. Игра. Мне удалось. Ну ты молодец. Ну ты, конечно, тоже. Своя игра. Только командой мы сможем победить. Пойми это. Да ты умрешь здесь. Опять! Смотри! Я сдох. Охренеть, а как? Я не могу так отбиваться. Это тяжело. Охренеть. Охренеть. Эй! Уже вайт? На первом же уровне. С последней контрольной точки, конечно. Конечно. Отстреливай их. Я буду... Это здорово, конечно, но, блин, как снизу-то это делать? Как хочешь, отстреливай, попадай. Убей, убей. Очень сложно непрокачанной тёлочкой. Оп. Если бы я как-нибудь мог прокачать тёлочку в начале игры, и тогда проходить было бы интересно. Ага. Так, подожди. Да где стреляй их, блин. Да, блин, поставь кубики, а. Кубики поставь, пожалуйста, стоишь. Да ты видишь, я, блин, от копий щитом прикрывал. Они же настреливают, не просто так. Ну я тоже тогда буду настреливать. Ну тогда я это и просил. Все, доволен. Я об этом просил. Кубики поставь свои, кубики свои поставь. Все, доволен. Кубики свои поставь. Кубики свои поставь. Поставь. Оп, поставь кубики. Опа. Ты смотри, просто у тебя хп как бы немножко, пожалуйста. А тут лучник, смотри, лукарь. Лухари. Сейчас лухари я лучник. Попробую к нему запрыгнуть. Аккуратно. Блин, да что такое? Почему так вот сложно? Он, смотри, на тетиву натянул стрелу. Да, блин. Ну, считай, что я убил. Ну, не буду. Не буду считать, оп, что ты убил. Вот, смотри, 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 опа. А еще тут есть, смотри, хпша. Поставь, ты умничка, смотри, какая команда у нас. Я чисто вот на интуиции сыграл. Я тебе предлагаю ее не забывать, тут шипики. Там ботл надо взять. А как ее туда замандить? Смотри. Шейх Мансур, да как? Подожди. Да их хватит. Аккуратно, аккуратно. Короче, я возьму этого Понтия Пилата, спрыгну здесь, хоп, возьму. Конечно. Давай, а вот еще поменяю. Наверху. Есть. Да блин. Вот еще тут наверху. Сейчас будет.
Бан-бан. Да, ты что, ну меня-то за что? Оп. Да я... Оп. Мы да, строили. Да хватит. Ну. А смотри, а внизу ничего нету? Вот здесь, смотри, можно же пройти, молот поменять, размозжить, взять, ударить. Ну это понятно. И смотри, еще там взять еще молот, есть. Еще. Ты представляешь, бесконечно. И пол проломить. О, у меня уровень. Все, всем пока. В смысле, тебя мама загоняет. Да-да-да. Ой, я теперь это, могу левитацией монстра. Да блин, я сдох. Волшебник может захватить и поднимать их в воздух, не только неживые предметы, но и монстр. А почему я не вижу себя? Я могу монстров поднимать. Можешь на кругляшок дойти, слева там кругляшок. Слева? А, ну, ты, ты умер? Да, я хочу Понтия Пилата опять взять. Иду. Взял? Ой, в смысле, бери. Сейчас просто тут такая настрелка идет. Не истовая настрелка, ёб твою мать, опять сдох. Еще тебя резнуть? Да. Блин, я что, ради этого здесь? Такая моя? Ну а какая еще? Доля. Я пока просто не... Так, есть, взял. Я рычаг, тут рычаг. В смысле, не я рычаг. Тут рычаг надо было нажать, чтобы открылось что-то. Вон, видишь, лифт я запустил. Хотя мы и так могли запрыгнуть. Я не вижу. А, вот видишь? Лифт, все, подъехал лифт. И я на месте. Да я сдох специально, чтобы появиться рядом с тобой. Держи. Ой, там ребята. Какого рода? Ой-ой-ой! Тихо, блин. Я не видел. Я не видел, что это валун. Я думал, это просто такая, ну, рельеф да. Такой. Рельеф? Ну. Очень круглый, гладкий, да. Большой рельеф. Ну да. 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 Такая вот о, история. Смотри. Сам смотри. Не-не-не. Он, кстати, по стенам бегает, воровка, прикинь, оказывается. Воровка. Наверное. Зоя. Из одноименного. Тихо, тихо, молодой человек. Зоя, повелительница монстров. Мы вам обещаем, что во втором уровне у нас громкость нормальная будет. Громкость будет, чего? Вся. А. Игры. Ой, там это. Все, так, я положил. Как-то надо, я не знаю. Надо на пузырь просто и поехал. Я чувствую, это конец уровня. Не надо, он двоих не вы... Ну, блин. Он не держит двоих. О, он так быстрее поднимается. Прикинь. Он лопается здесь, баунс. А там, смотри, слева, ребята. Где слева? Ну, в смысле, там а всякие... Вот, кстати... Какие стихии? Стихии, надо прочитать какие-то стихии. Подожди, давай это возьмем. Да, да блядь! Я рад. Я, в принципе, рад, номер... что ты... Рад, что мы в команде играем. Тебя поднять? Я не могу тебя поднимать. А не надо. Да ёманы! Подожди, а я как запрыгну? Убери кубики свои. Да убрал все уже, давай. Я долго достал. Буду подниматься. Ты долго будешь гнать велосипед. Составь. Составь. А как мы вот эти преодолеем проблемы с, ну, слишком высоко эти шестеренки? А что эти шестеренки дают, я не понимаю. Какие шестеренки? Ну, в воздухе вот, в пузырьках, а, внутри вот шестеренки. Эти, я не знаю, честно. Может, это мана? Блин, а может... один взял, второй нет. Я один, второй я возьму. Понятно, круто. Тогда разбирайся сам. Ты вот кубик да свои нет, поставил? Я не успел, не успел, не успел. Да блин. Не успел, не успел. Ты зачем это сделал? Чтоб ты кубики свои знал, куда да ставить. Да блин, там... Все просто же. I am a new spell. Блин, он не туда летит, ёб твою. Давай. Давай. Насадил, зачем? Все, удачи тебе. Удачи. А я по пузырям могу бегать, смотри. Да все, успел. Нормально, нормально. Это еще не все. Прикинь, какие уровни здорово, скинь. Ну нет, классно. Смотри, класс. Понтий, бам-бам. Нет, индейц, бом-бом. Подожди, давай. Нам надо что-то как-то воду опять напоить кого-то куда-то. Ну, ты можешь? Могу. Какой странный камень. Это же огромная улитка. Это улитка огромная. Она молится. А что сделать? Мою улитку. Она молится. Подвинь эту штуку. А я, она крутится, смотри. Ее надо как-то взять. Че? И подвинуть. Может, мне молот? Сил не хватает.
А тут как? А, вот, все, сейчас вот это я полью. Да ё-моё. Понял, смотри. Да да я шо. Ну я жду. Ой, приехали. Тихо, да. Тихо ты. А вот так. А, и грибы вырастут или что? Ой, ты моя хорошая. Давай. Я паркуюсь, где хочу, называется. Стой, а кот пошел, там этот же еще. Лег, да? А че молчишь? В смысле, а нифига мы не себе. Да? Конечно. А че молчишь? Почему? Почему, когда была возможность, мы это не сделали? Нет же. Стой, еще не все для тебя. Еще не все для тебя. Моря и океаны, все, я взял, пойдем. Взял, точно? Да. Смотри. Змея, ничего себе было. Тихо, 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 тихо. А будут какие-то боссы там или кто? Ну не в первом же уровне все боссы. Ну хотя бы смотри, лукарь там был. Лучник. Лукарь? Лучник. Давай. Оп. Тихо, тихо. Тихо, тихо. А ты меня не пристрелишь, гоблина? А какого? А. Я думал, он это. А я могу вообще его выкинуть. Фига, я видел, как я попал. Так, а тут там-то как бы тоже, смотри, шестерня. И как ее взять? Тут опять пузырек что-то делает. Не, ну использовать рычаг. Явно. Нам явно надо допрыгнуть. А как допрыгнуть? Пока непонятно. Иду. Иду. Как это сделать надо? Вон, смотри, он подбрасывает. Давай. Ну почти. Ой, ты моя маленькая. Умническая, смотри. Пузырьки, они позволят нам. Да я упал. А, тут, кстати, на дне ничего страшного. Да? Да. Ощущаешь? А вот этот надо вытащить как-то. Ну ты справишься, смотри. Разбей Понтия Пилатом сначала. Да, да, да. Я пока тихо мечом сильно не размахиваю, этот пузырь лопнет и все пойдет по одному месту. А вот это куда катится? Мне очень нравится, что катится все в одно место. Тихо-тихо, лопается или что? В натуре, блин. Вон вправо прыгивай, чтобы духа твоего здесь не было. Смотри-ка. Да блин, опять меня завалили. Блин, а я зачем-то спрыгнул? Что-то я панул. Ой! А, все, аккуратно. Хорошо. Действительно, а как мы будем... Ты наставь сюда, да не наверх. Да я хочу вон по лицу тебе. Это ладно, здорово. Тебе. Да ёпта, ты, блин, запаковываешь меня все время. Да вот, все, лезь, смотри, ёп. Лезь, смотри, ёп. Смотри, лезь, у нас... Да я не могу. Да вот, все, лезь, ну вот эту штуку-то можно же поднять было, вот эту вот. Вот эту вот, вот эту. Я как вот ты... и пытаюсь этим заняться. На таком простом моменте мы просираем, что ли? Нет, она так не поднимается. Хорошо. Это мои силы. Там рычаг, что ли, был сзади? Там рычаг. Сзади я его им воспользовался. А, да? Вот, этим, да? Ни хрена ты не воспользовался. Я держу. Запрыгивай. Сейчас, секунду, мне нужно кое-что сделать, чтобы запрыгнуть. Полезет? Надеюсь. Не лезет. О, ай, блин, все равно опустился. Мост простоял недолго. Мост простоял. Спасибо, блин. Повествователь. Режиссер. Не-не-не, он что-то может сейчас путевое скажет. Приспособить их. Использовать рычаг, я уже сделал. Поставь туда. Надо туда, конечно, было типа распорку засунуть. А как? У меня нет распорки. Поставь туда куб свой, да. Еще. Еще один, просто туда запихни. Да блин. Ну, подвинь этот. В смысле, на низ его поставь, ниже. Ну, проблемы какие-то у нас. Дорогие зрители, если вам не нравится, что происходит, ставь лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчики и не забывайте комментировать. Короче, отпустил. Я отпустил вожжи.
Ну, явно вот этот баланда, вот эта круглая, которая катилась, она нужна. Явно. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы сделать распорочку. Да, да, ее, то есть ты вот сюда ее ставишь. А, ты по ней просто пробеги. Нихера себе, ты сильный какой. Папа, ты сильный. А я, ну и чё, мост-то в итоге не... Тоже не туда и поставил, получается. Смотри, я могу, конечно, выбрать этого, а ты... Давай, смотри, выбери телочку. Или ты хочешь пройти как мастер? А тут ничего не делается, да? Короче, надо рычаг. Давай, ладно, я тебе помогу. Одновременно сейчас сделаем это. Стой, пока ее не делай. А пока куда ее сюда не записывай. Вот оставь ее, оставь. Вот так. Да, отпускай, пусть она прокатится туда и встань. Да, вот, видишь, как четенько. И быстрее надо, быстрее запрыгивать. Блин, хорошо. Но... Да не, все, не, она намертво встала, все нормально. Ну ты умничка. Фу, блин, подожди. Вообще, ей-богу, ты что, тяжело, для тупых, что ли? Наоборот. Не для высоких умов. Ну, что-то лучник с первого удара-то не убивал, он летает, а да, ты можешь его убрать. Да, я могу держать. Оп, попадешь, ап. А ты можешь его кинуть, допустим, вдруг, да? А, ну он на жопу присаживается. А еще бери тогда. А их что, их смотри, больше стало. Оп. Да я не могу, ну парни. Оп. А ты стоишь просто, да? То есть и ты можешь выбрать я их помки. Откидываю. Я их откидываю от тебя. Мне надо вот этого. Шестереночку, кубик поставь, пожалуйста. Отлично, ты здоровский. Такси просто. Там хп. Ваш звонок очень важен для нас. Ваш звонок очень важен для вас. Так. Так, я тут сам кое-что возьму, мне хватит сил. Я да. понял, я ты пожалуйста, дальше. ну. Ладно. Тебе надо подойти? Ну конечно, я бы эту. Там просто по на тележке надо на этой. Ты должен. Я сейчас вернусь. Помочь. Ты должен прокатить эту телегу. Прокатить телегу. Все, иду. Ну... Я не смогу. Так, сейчас смогу. Там кругляшок, да? Да. Рестартовский. Так, сюда парню. Да. Телегу вот эту возьмешь. Да так ты он... возьмешь. Ну сверху да крутится. Блин. Ты чё, парень? Ой. Сейчас. Не рисовать, просто телегу взять. Перекатить. Да. Да, правильно. Да. Ну чё, дальше просто крути ее, кати. Ну что-то она как-то туго идет. Ну ты просто ее должен катить, а не она сама. Ну, все равно она туго идет. Ёб твою налево. Да ёмани, калябурка. А, пожалуйста. Так, мне уровень повысили, у меня все, у меня дела. Так, что, три кубика дебирать? О, доску возьму. Как а что у нас так быстро? Дептроить? А что я могу прокачать? Стоимость 2. А, у меня всего одно очко, стоимость 2, я ничего не могу прокачать. По предмету. Так, эти ребята, тихо. Полезняк. Нормально своего кинул. Давай, бросай. Как ты? Ну, мне, конечно, эти стрелы одинарные. Ну, а как? Там еще, все посмотри. Там сверху он еще сейчас одного отправим. Ты можешь за парня. Ой, да, может быть. Ты дело говоришь. Я не понял, они почему друг с другом мочатся? А я не знаю. Или мне кажется. Такое ощущение. Да че ты там... Блин, а музыка-то какая эпичная играет, как да, будто «Властелин колец», я не знаю. Очень громкая музыка. И громкая тоже. Так, здесь парень, я его убрал. Что за парень? Разработчик игры. Парень!
Эй, будь честен со мной. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Удалось? Ой-ой-ой. Ну да. Так, что там, получилось. Ребята? Ну один был. Ой-ой-ой. Оп. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Потеряли пацана. Так. Больше не наберет. Никто его не приютит. Смотри, ветер дует. Никто его не заебет. Смотри, оп. А Макарина. Там что было? Эй, Макарина, Макарина, Макарина. Ну-ка. Да. Я что сделать-то надо здесь? А поставь, смотри, чтобы сильнее дуло. Кубик поставь внизу. Он, видишь, выдувает из двух. Да-да-да-да-да. Вон сейчас сильнее будет дуть. Не, не будет. Будет, там будет. Надо, по-моему, растение. Не свой. Вот это растение надо перерезать. И трубу сейчас замкнуть. Да-да-да. И куда нам надо? И вот этот вверх тоже направить. Как-то. Да, она будет двойной. Двойной, конечно, подлеты. Конечно. Ты справишься однажды. А насколько надо приковать? Да, она присоединится сама. Да? Что-то пока. Ну, что-то просто вниз ее опусти немножко. О-о-о! Ни хрена себе там. Что там? Ну там наверху. Там далеко-далеко. А блин, как ее взять-то, а? Да как ее взять-то, а? О, так можно просто запрыгнуть. Да блин, прикинь. Да как ее взять-то, а? Давай, сейчас. Да-да-да, смотри, ты мне поможешь очень. Да блин. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну блин. Ну, дорогие зрители, пожалуйста, проявите уважение, терпение. Давай, поднимай, поднимай прям, ну, где-нибудь, можешь прям под ней так сделать? Ну, чуть-чуть пониже, чуть-чуть пониже. Еще. Вот так. Ага. Ну, ёб твою мать, да блять. Ой, простите, пожалуйста, дорогие дети. Вот сейчас родители. Вот сейчас будет точно, вот сейчас все. С этого ракурса я чувствую. Я не умею причинять тебе боль. Оп. Ари-ари. Че, неужели мы дошли до финала? Надеюсь, что хотя бы первый уровень нам удалось пройти. Это был первый уровень, и он нам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокола и пишите в комментариях, как вам. А мы не прощаемся. Да, потому что это не конец. Да. Думали, мы не знаем. Мы думали, мы не знаем. Это что такое? Мы бы реально не знали. Тихо. Что надо-то? А что она хочет? Понятно. Щитом своим помогай. Давай. А я ни хп у нее не вижу, ничего. Дай. Прикольно. Отбеги назад, может там есть где резнуться. Вот. Тут, знаешь, какого рода? Понти желает сменить Зою, чего? Вот сейчас ничего. Я отбился. Надо пробежать, не дальше понять, что там будет. Он просто убивает. Да надо. Надо что-то резнуть. Я понял. Короче, смотри. Опа. Ну. Там какие сверху предложения? Сверху, блин, слишком громкая музыка. Надо вот эту вот сломать сверху в херню. Да блин, тут еще эти петухи. Поставь кубик, можешь поставить? Надо успеть поставить кубик. Давай, вот двойные стоят. Вот. Вот сюда. И вот эту сломать надо. Аккуратен быть. Надо сломать. Молотом надо вот эту херню сломать. Молотом. Вот. И чё? И вон ту еще такую же фигню надо сломать. Оп. Фига себе. Оп. Да, вот эту вот. Бам. Потолок размозжился, его придавить должно. Да? Ой, моя маленькая, прости нас. Блин, чё с игрой? Все лучше и лучше. А это только второй трейн. А дальше что будет? Я не представляю. Дальше будет третий. Ну, сначала ходили, создают этих игр, конечно. Так, это был конец уровня, оказывается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и не забывайте про колокольчики, и мы не прощаемся с вами. Пока-пока.